Вітаю вас, мої дорогі друзі, на моєму каналі. Я продовжую вивчати і із задоволенням знайомлю вас з кухнею Молдови. Сьогодні ми будемо готувати з пані Наталею, з якою ви вже знайомі, легендарну страву, як на мене. Особливу гордість кухні Молдови – це кукурудзяна мамалига. Ну, це була моя мрія – спробувати цю страву. Але як вона готується, з чим її вживають? Про все це нам розкаже Наталі, моя подруга. Отже, давайте разом підемо на кухню і дізнаємося про всі ці секрети. От з цим ми будемо мамалигу. Мішати? Понятно, качалочка – это наш любимый инструмент украинский. Ну, это небольшая качалочка. Это маленькая. Она не такая широкая. Да, а она да, и для да, мамалыгу, да. И для... Для теста она хорошо. Угу. Но она и для мамалыгу, потому что вот так берешь ее. Хорошо, будем учиться. Будем учиться. А мамалыгу, ну, как бы я думала всегда, что мамалыгу просто кушают отдельно, как кашу. Ага. Ага, не, я не угадала. Она кусками с ниткой режется. Ага. Белой нитью. Но мы сегодня это увидим, да? Да. Будем попробовать, будем кушать. Будем кушать, будем готовить. И с красным вином. Ух ты! Это... Ну и вот, и как я понимаю, еще к мамалыге рыба подходит, да? Ну конечно, очень. У нас вот именно вот эта рыба, которую мы сделаем, ага. Это... именно с такой подливкой, да? Да, подливкой. Она ага. будет макать и будет кушать. А скажи, Наташенька, а мамалыгу едят с мясом? Да. Ну, как бы кто с чем любит, да? Кто с чем любит. Оно и мясо, в парке мясо. Ага. Оно тоже макается. Ага. Мясо потом с брынзой еще. А, с брынзой, да. Вот с брынзой я слышу. С брынзой вот этой и с парками. Ну, все, так он, ты король. Короче, кто умеет делать мамалыгу, тот потом уже выбирает, с чем он ее ест. Но мы сегодня будем есть с рыбой. Руками. Мамалыга кушается что? Руками. Руками кушается? Руками не кушается с прибором, а просто с руками. Просто руками? Да. Научим вас. Класс. Так, это мы налили воды? Для мамалыги. Для мамалыги. А сколько тут вот в этом в чане? Сколько я этом... знаю, чашу я так должна быть. Ну, тут, наверное... Ну, наверное, 4 или 5. 4 или 5, а мы налили, наверное, литра 3, 3 воды ну, примерно. Да. Литра 3 воды. Хорошо. Готовили себе. Приготовили качалочку. Инструмент. Да, и что мы еще приготовили? Из чего мы будем делать нашу мамалыгу? Ух ты. Это из пшено. Пшено? Румб. Так, а ну-ка. Кукурузная. О, должна быть. Кукурузная. Так, выбежу из Молдова. Вот кукуруза. Ну, кукуруза нарисована, я вижу. Это крупа тут или что здесь? Крупа. Крупа? Нет, это фаина. Фаина это как мука. Мука кукурузная. Значит, мы торжественно сделаем открытие этой упаковки, чтобы все увидели, какая же там консистенция внутри, правильно? Прямо сейчас открываем, да? Сейчас открываем ее. Потому что я понятия не имею, что там внутри. Точно. Мука. Это перетертая кукуруза? Ну, мука. Мука из кукурузы, да? Мука из кукурузы. То есть, скажи, пожалуйста, Наташенька, если я высушиваю кукурузу, и потом ее на, я не знаю, там, в миксере перемалываю. Нет. Не получится? У нас есть как муара, я не знаю, как это называется, где... О! Мельница. Мельница. Мельница, и да. И там мельницу ее измельчают. Ага. Ну, если, в принципе, кукурузу измельчить, то это и будет вот это, из чего мы будем готовить, правильно? Ага, понятно. Но у вас это просто продается в магазинах. У нас продается по килограмму. Мука, это мука кукурузная, да? Есть и малай. Малай тоже. Можно с малаем, но она грубее выходит. А это кукурузный лучше. Угу. То есть, если я у себя, допустим, в Киеве куплю кукурузную муку, то я из нее вполне могу сделать... Да?
мамалыгу. Да. Вот, да. Я вот этого добивалась, понять, из чего у же вас делать. Есть, у вас тоже должно быть... Ну, это, такой упаковки желтенькой я не видела. Молдавскую, может, украинскую есть, потому что они тоже молотят. Ну, если есть мука кукурузная, то вот это и есть то исходящее. Может, и румынский малай. Или румынский малай. Румынский. Так, румынский малай. Так, ребята, будем искать муку кукурузную или румынский малай для того, чтобы сделать мамалыгу. Хорошо, спасибочки. Пані Наталі, щоб ви знали, пише чудові вірші. І поки ми чекаємо, поки вода закипить, я попросила прочитати той, який мені найбільш до вподоби. Отже, до вашої уваги. Ностальгія по тих времен. Счастье, радость, да и грусти. Все, что было, не забыть. Вспомнить все, что когда-то было, и ни капли не таить. Было время молодое, было весело. Мы приехали из села делать всем добро. Стыдно было на работу на минуту опоздать. Укоризненно, по-доброму, нас ругала наша мать. Вспомни, как же это было чудно, хорошо. Мы росли и научились делать всем добро. Поработали на славу, стали мы стары. Но никак забыть не можем сказочные дни. Ушли года, но помним это, хоть и было так давно. Да повернуть бы все обратно, как же было бы хорошо, но не подвластно. Время, годы, и сейчас не можем лгать. Пусть навечную нашу дружбу в наших сердцах сохранять. Спасибо. Будем сохранять нашу дружбу. Да. Дорогие друзья, посмотрите, у нас уже кипит вода. Соль мы достаем и сейчас будем закладывать нашу муку кукурузную, да, как мы выяснили. Так, Наташенька, наша волшебница, сейчас солит. Пол ложки где-то, да, пошло на это? Ну, это десертная ложка, ну, десертная, это не столовая. Так, и как вот у нас с мукой? Ага, видите, вот качалочка именно нужна. Потихонечку добавляем. И мешаем для того, чтобы не было комков, я правильно понимаю? Ну, они делаются. Они делаются, но ничего, мы их разобьем. У нас кулаки серьезные, палка большая. Так. Так, ух ты. Угу. Все равно в комочке сделано. Угу. Меньше огонечек? Угу. Малюсенький самый огонечек. Это немножечко мне напоминает, как мы манку готовим. Тоже мешаем и потихонечку сыпем. Ага. Я сыпала не совсем понемножку, сыпала. Ага. Ничего, они разобьются сейчас, я знаю. Какое оно яркое, а? Какое оно яркое, желтенькое, прелесть. Угу. Теперь наше дело вот вымешать, я уже смотрю, как комочки разбиваются. Добавляем. И что добавляем? Давай я пока помешаю, чтобы процесс не останавливался. Да, можно? Да, я думала, сейчас, может быть, я помогаю чуть-чуть. Лучше разбиваются комочки с моей помощью. Посмотри, я вроде бы так разбила это нормально. Подсолнечное масло? Раз, два, две десертные ложечки. Дышит каша, дышит. Ну хотя это не каша, да? Это мамалыга. Мамалыга это не каша.
Видишь, немножко надо усилия прикладывать, чтобы помешать. Но она достаточно быстро загустела. Надо было еще тише, чтобы делать с комочками. Вот это как монетаж. Угу. Ну что, я думаю, все равно будет вкусно. А? Все равно будет вкусно, я думаю. Видишь, как ты интересно мешаешь, как будто тесто замешиваешь рукой, только палкой, качалочкой. Мне теперь? Так, сейчас будем пробовать учиться мешать, да? Вот так надо? Так. Ну, так, да? У меня смешно получается, да? Ну а что, ну мешали же. Вот так лучше. А бортик. А бортик. Об этой самой, чтобы оно... Ага, различался. Поняла. Ребяточки, мы взяли вот такую ложечку с дырочками. Ну, это у нас мешалочка такая, как картошку мы мешаем, когда делаем мясо. Чтобы она не вышла с этими... Чтобы комки разбились, мы немножечко еще той мешалочкой поделали с дырочками. Ну, вот оно уже разошлось. Там почти уже их нет. Еще подождем немножечко, она подышит, да? Вон, видите, как она хлюп-хлюп дышит. Она прямо должна дышать, пока она будет... Готова, да? Готова, но она еще... Она долго готовится, Наташенька? 15 минут все равно готовится. Все, отлично. 15 минут она должна до готовности. Так, Наташенька, вот скажи... Когда вот, да, вот так делаешь, и остается там дыра, значит, готова. Значит, когда вынимаешь качалку, и в каше дыра, то она готова, да? Ребята, какие мы сегодня узнаем секреты? Нам все Наташенька рассказывает. Пока у нас дырки не получается, она еще тянется. Вот так, когда вот так делаешь, угу, ну, нет дырки, значит, еще... Раз тянется, значит, еще не готова. Все, ждем, 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 ждем. Ребятки, очень важно вот обортик, как бы, вот видите, как обортик обворачивать вот так прямо вот по бортику. Тогда она правильно мешается, эта каша. Мамалыга не каша. Ну, я, извините, пожалуйста. Это то же самое, что зяма не бульон. Также и мамалыга не каша. Ну, просто для нас, как бы, ну, вот понятие... Ну, нам сложно это понять, но это нужно просто запомнить, что мамалыга – это не каша. Но если вдруг там какой-то комочек, то он разойдется, если вот правильно вымешивать. А ну, интересно, еще пока дырки нету, да, у нас? Еще тянется кашка, еще тянется. Ждем. Прошло несколько минут, и мы видим, что... Уже немножечко преобразилась каша. Не каша, а мамалыга, я прошу прощения. Пока привыкну. Вот уже как-то она по-другому дышит, уже прям тянется за нашей качалочкой. Видишь, ну, маленькая. Вот, уже почти, ну почти уже появилась маленькая дырочка. Должна быть твердая. Ну, хорошо. Интересно, потому что вот эта вот легенда о том, что ниткой мы будем резать. Да. Вот, поэтому я хочу эту легенду видеть. Все мамалыги режутся с ниткой. Каша, да. Это... Мешать мамалыгу все сложнее, поэтому на помощь пришел Георгий, супруг Натальи. Берем кипяченую воду, да? И вот так вокруг. Ну, я не очень скромно жили. Вот. Мы просто смачиваем ложку? Да, чтобы она не лепилась. Чтобы не лепилась, да, ложка? Нам очень важно, чтобы мамалыга начала отставать от стенок кастрюли. Короче, это мужское блюдо все-таки. Мужское блюдо, потому что мешать надо много силы иметь. Много, пока она испаряется. Говорю, дома мать не любила заниматься, отец только брал, он любил мамалыгу сильно. Консервы.
Да, да, да. Вау! Ножку оставляем, чтобы она... Вау, он как хлеб получился. А потом мы берем... Это на малыгу. Какая красота. Хорошо, что я успела снять. 3 минуты, и мы ее будем резать. На Украине тоже самое. Вот она, мамалыга. Во главе стола мамалыга. Да. Да. Это просто и вот что-то... это великая Наталья и великий Георгий вместе большой-большой палкой вот так делали. И вот так. А качалка? Мешалка? Мешалка. Мелестил пол. Мелестил. Мелестил. Вот даже есть улица Мелестил. Фамилия Мелестил. Мелестил так называется. А как это Мелестил? Мелит или как? Это для мешания, да, да. Мелестил. Но это у вас национальное, как бы в каждой семье это, наверное. Как раз мамалыка, это родное молдавское село, слово. Мамалыга. Мамалыга это молдавское слово, да? Да, молдавское. Чисто. Мамалыга? Да, чисто молдавское слово. Мамалыга, она чисто, чисто молдавская. Ну хорошо, его, а что это обозначает, это слово? Вот как есть какой-то перевод? Это больше, понимаешь? Не знаю. Это чисто молдавское слово. Так назвали так дальше. Посмотрите, какая это красота. Ой, это просто какая-то луна с какими-то вот такими вот. Да, да, если так взять. Слушай, а сколько получается ты готовила ее? Сколько по времени? Ну, в общей сложности, как начала? Дело в том, что я не поставила, надо немножко больше той муки. Но я не поставила столько надо. И я должна была... Уже ждать, пока будет испарение воды. Испарение воды. Но там же есть какой-то рецепт, или там трудно понять? Это все на глаз. Это называется на глаз у хозяйки. В зависимости от посуды. Дело в том, что и посуда, и мука всякая разная. Знаешь, иногда у нас дома вообще был маленький такой. Ну понятно. Так это она сделала. Я должна была поставить все, наверное. Но я думала, что она не будет иметь воды, чтобы она готовилась правильно. И я немножко не допоставила, знаешь. Ну ты как тебе, чуть-чуть. Да. Посел. Чуть-чуть сэкономила. И режем. Так, белая нитка. Сейчас белая нитка. А под низу режется. Да, да, да. Мы режем. Ага, ой, какой способ интересный. Снизу и наверх. Короче, не, надо оставить и вот эти, как хлеб резать. Да. И раньше мы делали, знаешь как, вот оставался, он остывал. Немножко. И брали в это, как его, в сковородку, масло чуть-чуть, и мы ее жарили. После рыбы. Это очень вкусно. Не рыбу. Мамалыгу. Мамалыгу, да. Жареная мамалыга, я представляю. Немножко, чтобы оно... Немножечко остыло. Да, да, она должна остывать. Ее должна остыть. Ну, красота, красота. И этот, а я еще думаю, зачем ниткой, зачем? Почему, да, говорят, ни ниткой? Ножом, ни ложкой. А теперь я понимаю, она живая, и очень нужно, да. Это что-то придумано, это национальная какая-то. Это же испокон веков уже идет. Да, это еще. Я предлагаю за мамалыгу поднять бокал. И за Наташеньку, за то, что она так вкусно все нам приготовила и научила нас готовить мамалыгу. Не, вообще-то я говорю, вот она, когда остывает, остается вот как на хлеб. Не, мы ее жарим. Сейчас, подожди. Не спеши. Помнишь, было когда-то кафе «Днестр»? Так, это рядом, мне кусочек. Рядом с тязом. Ой, ребята. Немножко, чтобы она остыла, да. Потому я что она жарко. Сейчас буду загадывать горячее желание. Не, чуть-чуть. Что я впервые буду есть настоящую мамалыгу. Да ты все слопаешь. Спасибо большое. Ты все слопаешь. Да. Чтобы она немножко остыла. Я первый раз ем настоящую домашнюю. Вот, и я первый раз. Не кушается с этой с вилкой. С чем, чем? Не кушается с вилкой, руками. Так сейчас оно останется руками. Так, будем кушать руками, да, сейчас ее? Я знаю, это процесс интересный. Не, брынза вот сюда, ты ее махаешь в эту брынзу. Брынза должна не такая, а... Ну, какая... Сейчас я покажу. И вот, и немножко вот сюда. Да, да, вот это. Вот же, блин, так должна быть. Вот. Ага, размягчить ее надо. Так рыба у меня есть. Не такая. Да. Все. И вот так.
Я потом... понял, ты ее макаешь, ну, в это. Да, в это. И принцип. Кушаешь. Ага. Обычно есть еще что, сметаной, так ее есть. И с жареным луком, говорят, по-разному. Да, кто, да, кто, как, даже уже с мясом, с поджаркой мясом. Но мы сегодня еще и с рыбой будем пробовать, да? Потому что рыба тоже? Вот эта рыба вот специально. Вот ее так делаешь. Не, ага, вот так. Пальцы. И вот так. Вот, берешь. Макаешь. Ага. Потом... О, отлично. Макаешь и кушаешь. Mm-hmm. Да. Как это уехать, и мы малыги не попробуем. А ты как Брежнев, говорит, Иван Иванович, а так. Где мамалыги? Да, да, да. Заберешь так кусочек. Но, видать, никто не согласится ее готовить. Понимаешь, ты же видишь, какой процесс тут. Конечно. Чтоб ты еще генеральный секретарь подумать, такую простую мамалыгу, давай. Вот так, в творожочек. А он же здесь был, он ее ел. Это очень вкусно. Пробуйте.